Наверное, чтобы подтвердить, чтобы тоже. Тоже это Ubisoft же сервера обеспечивает. Опять все заново ролик пошел. Конечно, ты же там не сохранился. Угу. Там надо этот пролог, можно сказать, пройти, чтобы сохранение там осталось. Хотя сохранение там останутся где-то там начинаешь. Сохранение всегда можно удалить и другие пас. Ну. Да. Блин, а Сэм Фишер вообще тут как-то изменен. Ну, как вообще другой. Так, она ну давай. Похож на... Пропустить вступление. Пропустить. Что вы попадете на паладин, сможете играть в совместном режиме. Вот, да, окей, все. Он похож на Шепарда и ну, ну, как-то он на себя вообще не похож из других частей. Да. Недурно, правда? Первый раз летишь? Нет. Ну все, Серега, заходи, приглашай. Давай. Я киданул. А, киданул уже? Да, только что. А ты мне где киданул? А, ты же не в Steam, ты в Uplay, да? Да. Угу. Да, твой как Shift F2. А, Shift F2. Так, друзья. Принять. Так, игрок присоединился. Угу. Так, либо ты должен учить готов. Что-то наподобие. А все, начать задание, а нет. Ну ты там рули, я как бы тут вообще не знаю, что делать. Не, ты должен вроде подтвердить, что ты готов. У меня, видишь, начать задание это. Ну... Вот сейчас, да. Сейчас опять нет. Да, все, нажимаю. А, включил этого за Брикс, потому что их надо только с друзьями, ну как с онлайн играть. Угу. Может один пройти его. Так, ты мне объясни по управлению тут как, что, шутер да. Или что тут? Ну как это шутер? Ну, я же просто помню. Вот, да? Угу. Приседать один, прижиматься к стенке. Это стейк, если наш пустыки стейк удерживаешь, там тебе есть инвентарь, все у тебя есть. Ну, гранат, руку. Типа удерживай, а колесико это типа. Использовать инвентарь, ну гранату, ликвидтикоптер, ну колесико нажмешь. Если гранату удерживают колесико, то куда-то бросишь, видно. Угу. Uh-huh. Ну, что... Пошли. Пошли. Грим, прямо перед нами козел. Так, видишь, у тебя есть эта тройка, нажмешь, у тебя электрошок. Информация где-то в городе. Спускайтесь uh-huh. и найдите ее. А надо у тебя вот такой арбалет потом покупать, когда ты деньги заработаешь. Потому что в арбалете несколько этих, четыре... Разных стрелы есть. Электрошокер, вцепляющий газ. Как прижиматься, как приседать? Как S. Русь S, вот так. Ага, понял. А, у тебя если надо капслок нажимать, режим. Видишь, медленно ходить, есть бежать. Ага. У меня так костюмка как полностью под стелс, а у тебя, от тебя услышат, если так будешь ходить. На, быстро. Ну все, ладно, разберемся вовремя. Так, погнали. Ну, Shift нажимаешь, это бегай. А, видишь, синхрон подъем. В их миссиях тоже есть такой. Ну, вот такое. Да, вот я так. Тебя жду. Хорошо, пошли. В других миссиях тоже есть такие. А видишь, я один играю. Mm-hmm. Ну, эти миссии проходил. А я не могу прыгнуть, там надо вдвоем играть. А там, видишь, бывает, что хорошо скоротить. Ну, типа хорошее, ну, обойти врагов. Mm-hmm. А если ты играешь один, тебе приходится через такую толпу проходить. Ну, это говорю, вот похоже, такие миссии, которые... Нет. А вот сюжетные миссии, которые, ну, главные. Там только один... Ну да, по стенам. Кала, это тебе не стена. Так, погоди, стоп. А почему я тебя слышу... Погоди, погоди, погоди. Так, параметры, звук. Так, голосовой чат. У тебя что, голосовой чат включен, что ли? Зайди, Серега, проверь. Я тебя слышу, игру вдвойне. А, пора... может, меня тоже. Подожди, параметры. А кто рядом находится? Телефон-то вот для этого стоит.
А, ну может быть, потому что я слышу, что как бы два раза игра дублируется. Да, нормально, боли. Ну, пока непонятно, но... Он когда говорить голосом стал. Чтобы атаковать, нажмешь и... Ну, рядом. Понял. Спускаемся. Ты одного берешь, Я не могу спуститься. इन दिनों की तरह नहीं पुराने दिनों में जब किसी को मारते थे ट्रिगर दबाते थे न्यूट्रलाइज़ А вот еще, кстати, альтернатива, ты отмечаешь врага. А в том, который нажимаешь, то их вырубает. Ну, видишь, у тебя вот справа, снизу, три эти галочки красные горят. Это то, что ты можешь отмечать альтернативу и типа выстрелить. Блин, сейчас. Понял. Так. Я выкинул оружие свое. Чего назад взять, вот. По-моему, нас спалили, да? Я запалился. Вот он где. Так, а как прилипать? Эй, кто гэн? Баскетарный гуман. Блять, ёп, это со щитом, блядь. Здесь кто-то есть, приступить к поискам. Подожди, а прилипать не пробел? Меня ранило. Не-не-не, АКЮ. На Q, да? Пробел это, то есть ты на эффект прорыв. Угу. АКЮ это вот, прилипаешь, пробел чисто когда есть ворш. Ну типа, убираешь цель, куда она переместится. Блять, вы что, гоните заново, что ли? Да, ну там до контроля пишет, можно быть, короче. Это надо дойти. Похоже, дороги нет. Значит, я. Тебя лазы включили? Я на полез. Ну да, по стену. Да, дело-то не в косяке, что тут с управлением надо разбрать. Я понял. Вот, и да. Сейчас играем, он чат. Ну да, 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 да. Только с клавиатуры, да? Кто-то движется прямо под вами. Спускаемся. Бандук у нас и харадмико барабар камо камлтата. Кушла так или рай кушла та сэ. Как? Как? Вижу его! Вон там! Блин, а как убивать сверху-то прыгать? Я. А, помните, короче. Я понял, я не могу спрыгнуть вниз. А, во. Все, 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 понял. Ага. Цель убита. Так, а гранаты есть у нас какие, нет? Тейп удерживай. Как? Кто-нибудь, ответьте! Т? А, тейп. Не, у меня есть еще шумовая липучка. Что у вас происходит? Доложите! Сейчас я его обойду. Блин, а че за... Да херня какая-то. То есть он его не мог сзади вырубить, что ли? Вот так, как ты сделал? Е, нажать надо. А, Е? Да-да-да-да. Ну-ка, попробуй меня как-нибудь восстанови. А, погоди, блядь, я тебе взял. Я пробел держать. Поднимайся, Брикс. Похоже, я в долгу. Я же надо поиграть, чтобы управление привыкло. Пока не знаешь, конечно, не должен. Угу. Так, привыкать. Так, а, погоди. У меня же должны быть это, у меня на карте должны быть. Тут на карте есть всегда это. Есть флешка, которую тебе надо. Ну, кстати, есть мудил, которого надо захватить. И этот Брикс, я на позиции. Вот второй. Люблю работать в команде.
Опа. Готов. Бля, да я чё потратил? Послышал. Вижу, вижу. Я ему управляю вверх. Брикс, Сэм, индийцы подтвердили, что конвой на мосту — это контрабандисты. Можете вмешиваться. Ясно. Применим С4. Так, установить взрывчатку С4 на грузовики. Что так пули как-то просто летят? Опа, этого не ебашь. И захват. Ага. Пробуй его захватить. Можно с электрошутку. Аптечка найдется. Сейчас я попробую, ладно. Захватить сам лыжку. Мне тут совсем хреново. Да. А теперь не рыпайся. Я вас крутил. Грим, объект обезврежен. Как-то получили очки. У нас есть дела. Спасибо, что спас. Сейчас, походу, осталось только найти ману. Так, вот он. Вот я отвечаю, видишь? Обезврежена. Так, а у меня патроны закончились. А, есть патроны закончились. А, там наверху есть. Там есть, типа, обновить снаряжение, патроны собрать. Ну, гаджет, то... Ага, понял. Там немножко попасть. Кажется, ты можешь убок случай купить в оригинальной снаряжении. Так. Я ставлю. Первый готов. Отлично, теперь другой. Ну, сейчас я вас... Хочешь занебить электрошокка? Первого раза вырубаю. Второй грузовик заминирован. Принято. Браво, Брикс. Сейчас заряды на месте, Грим. Поняла. Ну, пошли, да? Мы уходим с моста. Это что-то... Что-то типа Metal Gear, да? Да. Так, здесь рядом должно быть снаряжение. А, вот я вот так, да. Беспилотник подтверждает уничтожение конвоя. Браво. Мы только начали. Скажи индейцам, не за что. Да, что я бы сказала, да не за что. Тут все чисто, идем дальше. Какие-то деньги дают. Вот так местечко. Здесь явно что-то планировалось. Так, если ты не заметно вырубаешь, тут держит закон в кулаке, а больше никого нет. А деньги на что тратить? Всем прав. Классная оперативная база. Так, костюмы, оружие, трикоптер, ну, гаджеты всякие. Ну-ну-ну. Контрабандисты привыкли, что они тут главные, так что защиты у них никакой. Напасть внезапно, пробраться на территорию и получить информацию. Мину. Они что, ждут толпу болванов на пикапах? А мы тихо проберемся сверху. Вот здесь это может обновить. Здесь вроде как удерживают. На позиции, жду тебя. На покупать это. Снаряжение. Пошли дальше. А видишь, сейчас здесь рядом. Вот они. Вижу, вижу, вижу. Угу. Ага, попал. Если ты больше будешь, то... А, ну все, понял, здесь пополняем мы свои ящички, вся вот эта тема. А когда играешь, то на ветерной, ну на максимальном, это не работает. То, что да. У тебя есть, ты до конца раунда играешь. Ну или то, что у них... Приехали. Это та база там внизу? Да.
Тут вот как миссии Бриксом также определил, где данные. Также за Грин по 4. Ищу возможные точки через СМА. Ну, вот оставайтесь на месте до моего сигнала. Не затягивай. Грим. Угу. Ориентировочно помечу описание данные в одном из них. 16? Нифига себе. Разделимся. Нормально. Каждый по 4. А, Бетс. На трассе. Жду только тебя. Люблю работать в команде. О, видишь, ноутбук загорелся. Угу. Надо его взломать. Опа. Там снайпер, снайпер, снайпер. Один патрик. Готов. Какие наверху был? А, вот мы. Я не говорю. Собака? Прикинь, меня собака снаружила. Копа нам фигачит, я что-то ничего не понимаю. Снайпера я говорю. А, вот он, вот, вот. Ну там оружие покупаешь, там блять на оружие может быть цену. Отвечайте. Ну да, я понял, у нас сейчас самое. Ой, тут двое внизу. Да тут дробашом прям ходит, блядь. А как? Ты че, он меня. Он меня убил. А че, Гатара, как Mass Effect не могут подойти и убить? Ну да, по ходу дела. Блять, надо сейчас попробовать, я так же незаметно. Видишь, меня собака унюхала, надо собакой дробку сразу. Брикс, жду пошли тебя. Дальше. Они все мозгоебные твари, прикинь, они реально унюхивают тебя на расстоянии и бегут туда ищут. Не, ну собаки это нормальная тема. Только они мозгоебные, тогда. Нет, реально, даже в игре ты когда играешь в игру. Они, блин, наш, вот хочешь наш, типа, как по стелсу, как призрак быть. Угу. Нет, тварь меня унюхала и бежит за мной. Тот, чувак, чё, чё ты унюхал, и тот тоже идёт за ним. А то псину не выследи. Пускай псину ко мне придёт, я его... Да я снайпера сейчас сниму. Окей. Видите, кто-то тоже, он, типа, нормальный гаджет. Враг убит. Он мне нравится. Видишь, снайпер помешает. Я его убрал, я его убрал. Сейчас я другого уберу. А, там дадут. А, сюда мы. Песик, ты чё, блин? Офигеть, меня пёс съел. Я снайпера убрал, а там все убили. Хотя нет, что-то пока не пинают. Меня ранило. Там внизу один. Там! Взять табака. Ага. Мне тут совсем хреново. И что тут эти? Классно в том, что где они тебя увидели, они то место и обыскивают. Да. То есть они не пойдут в другое место. Красава. Да, погоди, надо этот ноутбук взломать и тайник забрать. Грим, я нашел кое-что в тайнике. Ноутбук, я говорю. Когда вернешься на борт, посмотрю. Где ноутбук? А ты... А, там враги. Ноутбук, это что-то деньги. Ноутбук в каком-то издании. Здание было. Да, где я? Ладно, здание где там было. ЕБ.
что, взламывал? Я не могу найти. Никого нет. Один убит, и вот там. Что-то есть. Продолжаем поиск. Так, главное вам это. Так, Грим, ставлю перехватчик на их канал данных. Поняла. Противник уничтожен. Передаю тебе данные, Грим. Не то, что мы ищем. А, продолжайте. Точка А и точка С. Это поставить. Что там через стрелку? Патроны подобрала, а тут ноль. Проверяю шкаф с документами. Надо, вот. Поняла, не затягивай. Тоже там поставить. Не то, Сэм. Дальше. А, то, что видишь, не везде. А, вниз попасть. Ну, где-то дома будет подвал. Вот тут еще и колесо там прокрутки есть. На тапосе нажать. Камера или пусть. А, вот там. Охренеть, вот там подвал. Здесь тоже не объясняю, я нашел компьютер. Там есть несколько вариантов. Взломай их, если искать, почему такие? Давно уже. Фирмили, блядь. Последние. Передаю. Стар. Принято. А тебе тоже дают за это. Очки, то, что ты нашел. Если перевозят что-то серьезное, данные тут. Иди к точке эвакуации. А все, точка эвакуации? А какие? Я стою. Ну, это первая миссия. Да, только первая. Там есть тоже одни прикольные такие миссии. Тоже за Бриксом. Угу. Это проходит, да, тупо. Сэм, подобие Брикс, сверху, времени ждет. Опа, приехал. К вам приближается неприятель. Эвакуируйтесь быстро. Уходим. Похоже, нам тут путь перекрыли. Дрон? Надо этого тоже. Добро, купить. Отправляй. Полезно, иди. Фига себе. Спасибо за помощь. Как нам выбраться? Это не я, это по игре. Пошли внутрь. А вот туда. Все цели убиты. Брикс, я жду тебя. Тут все чисто, идем дальше. На машину, а, да, такие? Дальше играем, да. А вот дверь, блин. Да, походу это будет миссия. Кто-то против. Кто-то пока идет, а кто-то прикрывает. Вот такая бы. Просто с Бриксом такая нахуй-то. Разнообразие. Угу. А фонарик есть тут в игре? А, тут так. Фонарик? Не фонарик, а зеленый. Тут есть очки, F нажимаешь, короче. Ну я понял, понял, ну очки эти. А потом ты улучшаешь. Эти очки можно тоже улучшать. Типа можешь видеть свой стен. Вот такое. Следы можешь видеть. А, вот, да-да-да, сейчас выйдем. Кто-то первый пойдет, кто-то должен прикрывать. На позиции, жду тебя. А дальше. Второй идет, тот с другой прикрывает. Да. Перед тобой снайперы, и у них отличный обзор. Беспилотник видит их? Есть одна идея. Вывожу его на твою позицию. А потом отдай мне управление. Так точно. Так, вот я понял, вроде он пострелял, взрывнул. Надо, чтобы все в тебя не попасть. Угу. Так. А, вот. Беспилотник на месте. Передаю управление, а ты, значит, на обсад. Кто пойдет? Понял, Грим. Поехали. Его я. Да я не знаю, но... Давай, вставай вот сюда. На коврик. Ну, и вот этот коврик, где я стоял. Я вот где я стоял. И кисло стоит. А я пойду. Угу. Опа, нет, меня закрыто. А, нет, вот. А, вот иди сюда, вот. Видишь, где зеленая хуйня. Да, и попробуй активируй. Сэм, я прикрою тебя дроном. Да, вот сейчас. Хорошо.
Давай. Я понял. Уходим, Сэм, я прикрою. Брикс помечает цели с помощью беспилотника. Приготовься. Брикс помечает цели с помощью беспилотника. Приготовься. Да, все, ебан. А я пошел. Цель нейтрализована. Прикольно сделано. А как помечить? Выпустить ракету, выбрать оружие, увеличить. Цель обезврежена. Бесшумно убита. А как мне тебе пометить-то их? Или... А, может, я должен помечать. Я пиздец. Что такое? Ну, лучше пока нет, хотя из Рактвиш, наверное, я должен их печать, ну, альтернативу. Не, почему? Ты давай идите, ты же проще там знаешь, это я буду это активировать. Не, то, что видишь, я должен отпечатать. Хорошо, давай. Я понял. Уходим, Сэм, я прикрою. Да. Брикс помечает цели с помощью беспилотника. Приготовься. Брикс помечает цели с помощью беспилотника. Приготовься. Так, выбрать оружие, выпустить ракету. Ну тут нечего больше нажимать. Не, вот сейчас я отметил, он тебе появился. Отмечаем. Цель убита. Ты видишь цели, нет? Ну-ка, давай-ка я попробую. Давай. Хотя мне тоже, по идее, у меня броня хреновая. Видишь, там есть две брони, есть типа для это, для... Ну, чтобы отвоевать-то, но ты будешь... Беру управление беспилотником. Хорошо, Сэм. Брикс, готовься. Дуй в точке эвакуации. Окей. Готов. Первых двоих там сразу снимай. Ладно. А, тут написано по очереди управляйте БПЛА, чтобы расчистить путь напарнику. Ну, правильно. Ну что, ты должен дойти до контрольной точки, потом ты будешь защищать меня, а я такой. Ну, наверное. Попробовал кого-нибудь альтернативу на двигатель спишь продать. Да, есть. А, кстати, вот, если ты не хочешь ракетами стрелять, то лёгко поверни. Там есть пушка 30-миллиметровая. А нет ракеты. Просто трах тебя нет. Да я вижу, да, с глушителем, которая. Нет, меня вот БПА. А, ну это я тоже видел, но... Блядь, я их не вижу, я только сам... Вижу, когда написали Лели увидел, погубку купить. Типа тебе отмечать надо, ну, альтернативу. Противник уничтожен. О, как я их отмечу, я их не вижу сам. Я тоже пока не вижу врагов, наверное, впереди, вот. Вижу его! А, вот, вон, какие-то вещи. Не расслабляться, он может быть где угодно. Шаг из бак. Так я их не вижу, они красные, не стоят. А не видишь там за стенами, да? Это туда попасть не может. А вот они. Ты в отпитал? А нет. Я
Он где-то здесь. Патронов нет. А, ну, полный. Сектор чист. А, здесь можно увеличить. Вот там, может, нажал. Да пока иду, нормально все. Опа, враг, поедешь что-то. Главное еще дойти, еще 32 метра до точки. А, два враги появились. Появились? Будьте начеку, он где-то тут. Враг убит. Готов. Он там! А вот все бежит. А, тут обычные враги, офигевшие, просто офигевшие. Так, я не вижу, что кто-то бежит. Проходить. Сектор чист. Да, чист. Опа, брат, красава. Ох, красава, че подсобил. Тут их аж двое было. Ты меня же видишь на карте, да? Да, вот он. На меня сейчас видишь, вот видишь. Вот сейчас, которые бежали, это я... О, там враг. Этих мочи. Ой, это толстый который, блин. Я так понимаю, тут автоматом восстанавливается. Да, автоматом. Никуда не денется, урод. Враг нейтрализован. Он в здании был. На первом, я вижу. Ага. Сектор чист. А патроны я у них беру. Ну так прикольно, в принципе. Чем-то да, Metal Gear напоминает. Так же это будет подписи, это волна продерживаться. Угу. Опять надо. Там, в общем, если надо 20 волн подержаться, но 5 это ты можешь закончить и вот так будет каждый, да? Сядь, теперь я, короче, активирую. Бери дрон и прикрой меня. Понял. Все, давай, теперь твоя тема. Готов. Правильно здесь. Вон здание нет, справа. Цель нейтрализована.
слева подходит. Сука, блядь. Симовка скользнула, а? Готово. Один слева в здании, но я его не могу выцепить. Враг нейтрализован. Хотя нет, выцепили. Тебе наверх самое последнее здание слева. Опа, сзади где-то враг. Вижу, сейчас уберу. Устрани их. Готов. Идут, идут. Вроде. Тима. Видишь, я-то не все цели вижу, только те, которые, ну, к тебе идут, а то те с ними там. Там собаки еще какие-то у тебя. Тут видишь условия меня, ну то есть получается у тебя не то, что у меня было. То есть это как бы дальше прошли. То есть у меня собак не было. Это за нами. Сейчас тебе надо это, наверное, потом зайти. Унижение и вину на компанию. Пишешь рекорд совместно 50 тысяч на минуту. А, мы штурм на золото получили, прикинь. Какие-то ежедневные испытания какие-то есть. Ну, они что, наверное, давно уж не работают. Угу. Так, пора их на задание. Подтвержден. Ракетная база. Сложность, солдат. 164 700 баксов, нифига себе. Так, а здесь вроде можно. А вот видишь, там подбор снаряжения внизу. Ну. Угу. Вот, тыкни в него. И снаряжение, а, нажми. Вот там сейчас гаджеты, очки. Вот. Так, сейчас. Серег, погоди, не торопи, я так не могу быстро. Так, лобби готов покинуть. Лобби, ракетная база. Это вторая миссия, да? Да. Так, друзья, вот подбор снаряжения, ага, вижу. Так. Включи снаряжение А. Снаряжение А, так. А у меня другое, по-моему, и недоступно. У нас снаряжение Б. Спросите Анну Гримс, датирую улучшение кают экипажа, это откройте дополнительные чеки для снаряжения. Ну, потом, ну понятно, ясно, ага. Так. Так, гаджеты. Можешь включить это без оружия, но если ты для стелса, то... Не-не-не. Так, спецкостюм какой-то есть, штаны. Ну, там, видишь, есть вариант. А, нифига так... А, вон как тут сделано. Нифига денег стоит. Так. Угу. Так, пистолет. Может, конечно, этого... Пока гаджет, знаешь, как взять хороший самый пикоптер. Потом пишу на трикоптере есть такой гаечный ключ. Mm-hmm. Есть электродорожки. Вот у меня тут, видать, из Deluxe Edition какие-то пистолеты уже открыты. Да, есть такие. Mm-hmm. Доп оружие. Mm-hmm. Коптер тоже нормальная тема. Mm-hmm. На электродротике ты отвлекаешь незаметно сверху и снимаешь. МП-5. Ведь отмена пока. Во.
Да, это походу из делюкс здания какие-то, вот пушки открыты здесь. Они все мощнее и мощнее. А их все улучшать можно, каждую пушку. А, еще а какой-то. Там, еще какой-то черный рынок. А, черный рынок? Во-первых, улучшить надо, ну, типа самолет, ну там он. Угу. Появляется оружие. Короче, с торговцем с оружием. А если хочешь открыть все эти оружия из черного рынка, надо выполнять задание по теме. Так, какой ты мне с этого гаджет взять? А, ты коптер можешь взять. Так и называется? Да. Трикоптер, ага. Управляемый дрон для разведки. А себе гайсен ключ. Ой, не вот. Так, ну надо сначала. Надо сначала разобраться с тем, что есть, как говорится, а потом уже начинать там надо, не надо. Так, ну я понял. А, еще спецоружие есть. Электрошокер. Арбалет, тактический арбалет. Да, ты что, вылетел? Да. Угу. Ты что, взял? Надо. Да, да, все, я набрал. Жилец. Сейчас, 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 погоди, погоди, погоди. Так, сейчас я... Как настройки по зайти игры? Ладно, потом, давай, готов. Ну так, прикольненько, в принципе. Так, а одному в эти миссии нельзя играть, да, получается? То есть они чисто коопные. Чисто задание с Бриксом нельзя. А вот остальные, может... Там можно и совместно, ну, с другом, либо одному играть. Угу. А вот только с Бриксом, только ты не можешь один играть, надо с двоим играть обязательно. Ну, так же и в прошлой части было, я когда искал напарника себе, там, потому что одному нельзя было. Ой, да, одному нельзя было. Веселишься? Ты сказал, без трупов, он не труп. Чем тише, тем лучше. Грим, мы на месте. Заходим. Поняла вас. Так, помните, ваша задача найти агента Ворона на объекте и не дать им забрать бунтовку. И больше никаких жертв. Наша цель Ворон, я понял. Так, Серега, погоди, погоди, не торопись. Сейчас я это тут кто-то в параметры зайду. Так, графики, графики, графики. Кстати, я не сделал гевать. Так. А, в окне только такое разрешение, что ли? Так. Что-то ничего не понял. Я же... так, параметры. Параметры видео. Качество видео. На весь экран. Блин, все равно мышка не съезжает. Ладно, непонятно. Окей, погнали. Кстати, сейчас миссии нельзя и не попасть, и не убивать нельзя. По стелсу, да? Да, если убьешь кого-нибудь, все, миссия провалена. А я вижу, ага, не убивайте штатки, оставайтесь незамеченным. А арбалет он у нас тихо стреляет? Арбалет, да. Где ты, мать твою?
Союзник убит! Стрелок там! Один остался. А, ты нет? Газ было. А, это газ, что ли? Да, блядь, газ. А видишь, стрелку несколько раз нажимать и меняешь патроны. Если вот у меня шок или пучка. Сейчас, погоди, погоди. Серега, не торопись, я не понимаю. Так, как арбалет выбрать снова? Тройка. Так. Менять тройка. Видишь, а. Меняешь. Так, а как менять патроны? Ну, либо тройка, либо выше, держишь стейк. На арбалет тыкаешь. А, вот, шокер липучка, усыпляющий газ. Да-да-да. Шокер липучка. А, ну все, понял, ага, все, окей. Заменять. Да-да, все, я понял. Спасибо. Так. Как только будешь готов. Люблю работать в команде. Бегись. Свети фармы видны снайперам. Ты тоже видишь лучи прицелов? Да. Надо быть осторожнее. Блять, угу. Ну, конечно, обойти. Если аккуратно. Так, идет. Хорошая, да, согласен. Там внизу. Почему я нажимаю? Готов. Опа. Вижу, вижу, вижу. А, смотри, пишу. Ну, вот это. Вот можно их прятать, ну, в этих контейнерах. Ну, трупы я помню, да, но наша цель здесь. Готов, что у тебя? Смотри, сейчас, смотри, видишь, их кусок обошли и не убивали. Идем дальше. Сейчас появится, кусок, мы обошли людей. Меры безопасности усилены. Вырубите свет на подстанции, где поможет остаться незамеченными. Пока резервные генераторы не включат. Точно. Так что времени у вас будет не очень-то много. Да, чем дальше, тем интересней. Где ты камеру какую видел? А, смотри, видишь, двигается. Вот эти рейки. Всё, прикинь, он заметил. Я не вижу никакую камеру. Не, вот видишь, свет идет, я стою. А, ты там, дальше, хоть тут, блин, я думал, где-то здесь. Я заметил, где-то. Они подняли тревогу, придется отменить операцию. Пиздец. Ладно, дальше с контрольной точки убрать. Хотел труп убрать. Ну не труп, а этот. Ну я понял, но тут надо с этим делом повнимательней. Хотя тут 20. Хотя, погоди, может. А, вроде я вижу, смотри. Иди за мной. Тут есть охотник. Вот он где, вижу его. Так, а зачем ты на него патроны-то потратил? А не, он меня чуть-чуть заметил. Это не смешно. Ага, идет мужик за ним. И он сказал, это не смешно. Все. Видишь?
Я, короче, нашел хороший риск. Ну, а там сидишь, хорошее место, ну махай. Ага. Вверху ловить балахну, вот надо было пролить. Опа. Меня купить быстрее без пошли. Так, а зачем вот обошли и все, и дальше? Можно было обойти, видишь, на камеру не попадаешь. Тут безопасно. Так. Ага, все добрый. Включить, выключить свет не работает. А, пробел нажму. Нажимаю. А, вижу, вот здесь. А, здесь я, ага, вижу. Грим, мы на подстанции. Принято. Рубильники отключите одновременно. Разделимся и вырубим их. Значит, хорошо. Какой берешь что-либо, б? Давай, а, амблю. Давай я вот сюда вот уже, возле облиска. А, тут правильно. Опа, смотри, что есть. Эти машинки мы попадешь. Они подняли руку, я вас вытащу. Хитро. Их тоже можно ломать. Там возле рубильника стоит, прям сюда палит. Камеры. Опа. Так, Серега, погоди. Да, я вижу. Сейчас режу, ребят, сменю. Название стрима-то забыл сменить. Опа. Ну, все, человечек, спасибо тебе. Все, поменял. Так. Так, все, я готов. А, давай. Тут все чисто, идем дальше. Так, свет отключился, но будьте осторожны. Охрана наверняка уже вовсю ищет причину этого. Вот наш шанс. Полезли. Забавно. Бросаю газовую. Враг убит. Опять у меня газовая, что ли? Нет, я бросил. А, ты бросил. А, мне тоже нельзя убивать. Куда нам идти, Грим? Идите вдоль окопа до входа. Какие здесь меры безопасности? Мины. Осторожней. Хочешь пойти первым, Сэм? Валяй. Серега, профессионал ему. Подключаются резервные генераторы. Мины нажимал. Сети вот. Инфраподъем. Я жду тебя. Пошли дальше. Так, видишь, ты их человек на обошли. Угу. Пап. Я тебе иду. Ладно, это сейчас. Они собираются включить свет.
Да, анимация, конечно, маленько корявенько. Ну, видать, что, ну, как бы, ну, такая себе, ну. Ну, да, 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 ну, блин, даже, не, ну, все, даже в 2014 году были игры с нормальной анимацией. Тут прям что-то анимация убийства сзади, прям, ну, совсем печально. Пока нас не заметили. На позиции, жду тебя. Тут все чисто, идем дальше. Грим, мы внутри. Видимо, Ворон расправился с охраной. По двери закрыли за собой. Принято. Можете свободно их устранять. Главное, не дать ему украсть ракету. Идите в главный цех сборки. Хорошо. На двери стоит сканер сетчатки. Грим, Чарли может ее открыть? Мы сами. Нет времени. Бери его. Раз, два, три. Чудно. Это типа сын Сэма Фишера, что ли, этот негр? Нет, у него же дочь была. Ну, да, я думаю, что-то как-то странно. А только по игре-то парень, ну, типа, ну, чтобы к ним присоединиться. Понятие будет. Часто можно убивать кого. На позиции, жду тебя. А, помню, миссия, там надо будет поддерживаться. На 20 секунд отстаем от графика. Мы их видим. Они вытаскивают из ракеты боеголовку. Быстрее! Каков план, Сэм? Ракета встает на позицию. Снимайте боеголовку. Рисковать не будем. Уничтожь всех. Уничтожьте всех агентов Воронова. Я не понял, что если нет. А здесь можно. С ранеными разобрался. Шесть двойных. Выживших нет. Молодец. Уходим. Живо. Индийский спецназ на подходе? Кажись, да. Поехали. Готов. Быстрее. Местные вот-вот нагрянут. Там сигналы для отхода. Время на исходе. Приготовься бежать! Наверху он там. Смотри, он там! Приготовиться к атаке! Сука, кто запалил? А, вон он где-то запалил. Мне нужна помощь. Цель нейтрализована. Давай, давай, давай. Да могут, блядь. Дрим, все чисто. Отмените протокол экстракции. Я надеюсь, это только звучит так сложно. Парни, я вам помогу. Сначала поднимите боеголовку к... Корабляться. Ясно. А мы захватили. Чарли, боеголовку мы подняли. Сэм, к вам приближаются агенты города. Я заложил мину. Нет, мину.
Они там закрысились все в том здании, блин. Да. Хорошо, можно это? Эй, поможешь? Да пойдем их убивать. Можно. Более безопасные нейтроны выпустить. А, во, они вот в комнате. Ракету. Понял. Туда, обратно, да? Да. Будем сейчас их бегать пока. И опять потом нападут после этого. Не закрывай. Сэм, взломаешь систему? Пытаюсь. Опять наверх. Все на месте. Сэм, противник на подходе. Вон они ходят справа. Все чисто, Чарли. Что дальше? Просто верните ракету в стартовую шахту. Она закроется сама. Противник уничтожен. А куда трупы-то исчезли? Я хотел у них патроны набрать. Нет, смотри, тут же 10 снаряжения брать, видишь? Кулик на мини-карте. А что, как мини-карта? Как мини-карта? У меня нет мини-карта. Не, вот круглая у тебя. Лево-то в углу. Нету. Иди, вот там я. Перезарядись. А, ну конечно. Это же надо улучшать. Ну, типа базу, самолет. Там где-то. Как только будешь готов. Люблю работать в команде. Черт, индийский спецназ. Выход отрезан. А куда едет ракета? Ты с ума сошел? Момент. Ладно, вы сможете выбраться следом за ней. И если ворон не перекрыл путь. Ну вы угораете. Ну хорошо, что всяких щитовиков пока нет врагов. Наверное, будет со временем. Ракету угнали, да? Брикс, вам надо сваливать. Грим, ты можешь выражаться яснее? Идите за ракетой, она укажет вам дверь в ангар. Если вы торопитесь, уйдете без проблем. Понял. Минутку, мне нужно взломать замок, иначе вам не войти. Так, я вскрыл замок, двигайтесь дальше. Давай покончим с этим. Хорошо, идем.
что-то не поделил с местными. Аник, не думай. Выбирайся, пока не закрылась дверь. Быстрее! Дверь закроется. Чарли не может ее держать. Твою мать. Как так перед самым носом? Сейчас закроется. Закрылась. Шевелитесь, ну! Так еще дверь закрылась, что мне делать? Они, походу, сразу прикрывают. Давай с контрольной точки, там есть как это? Кто-то игру-то накрыл. Ну потому что я выбежал, а она закрылась прямо. Видел же перед носом. Ну прям в середине, может, из-за этого и зависло, что. Она выпила. Никто не упасть. Нет, не пнула она. Ну ладно, давай, Андрей. Потом, ну, потом сыграем как-нибудь. Ну, либо что, выходные, ты, либо. Ты все же спать? А, время-то нифига. Да. У тебя сколько времени, Серега? У меня сейчас скоро 10 часов. 10? Ну, а вставать во сколько? Ну как, я остаюсь в 6. В 6? Вот, я когда мне в 5 на работу вставать, я уже в 9 сплю. Ну это тоже как это, как с графиком режимом. Ну прикольно тема, прикольно, да. Но я пока сингл не буду проходить, в общем. Ну вот в онлайне можно погонять. Короче, пусть будет. Ладно, все, Серег, спасибо за игру. В телеге там спишемся или в этом, в дискорде. В дискорде. Ты когда дома бываешь... Ага. Дома бываешь, дискорд, Серег, запускаешь? Там иногда вижу, там... Ну, он как-то запускается, на самом запускать я выключил, чтобы, ну, когда вначале он... Так ну, ты его... Не-не-не, такие приложения, как Discord, там и Telegram, ты же можешь тоже на компьютер поставить, в принципе, если хочешь. Но же не только на мобильном, как бы. Там сейчас стримы, вот эта всякая тема, короче, появилась. Короче, прикольно. Ладно, пойду я тогда тоже байкать. Ну все, давай, Серега, доброй ночи. Ладно, давай, пока, удачи. Все, еще раз за поддержку спасибо, увидимся. Так, ну что? Что хочу я вам сказать? Ух. Хочу вам сказать, что 8 часов стрима вот так вот внезапно пролетело. Да, и интересно довольно-таки игра. Надо будет подразобраться со Splinter Cell. Ну-ка, сколько она вешает, примерно? Сейчас я гляну, посмотрю. Куда она вообще у меня установилась? А, в Steam она установилась. Так, Tom Clancy Splinter Cell Blacklist. Я, правда, оригинально не проходил. А, 20 гигабайт вешает. Ну, в принципе, немного. А, еще плюс DLC. Угу. Коллега ASM Fisherks написал в чатик. В каком плане коллега, чуть не понял. А, это уже давно написал, я просто пропустил. Ладно, все, ребят, давайте всем в чатике. Спасибо, кто заглянул. Наконец-то вернули, как говорится, смену качества на Twitch. Но, видать, ну там, в общем, нужно было одну функцию подтвердить и... Короче, запустить. Вот. Такие дела. Все, давайте всем удачи. Завтра новая неделя, понедельник. Так, по работе. Сейчас, секунду. В общем, всего хорошего понедельника. Сейчас. Секунду, гляну, что по графику, когда... Так, воскресенье, понедельник. Так, вторник. Ну, в общем, завтра стрим будет. Окей.
Так, значит, увидимся завтра, где-то ближе к обеду. А, по поводу игры. Сегодня поиграли в Mass Effect, да, по онлайну, прямо, так сказать, захотелось. Ну, в плане поиграть, пройти, но, в общем, посмотрим, время, как говорится, покажет. Так, что у нас на прохождение с вами? Сейчас я гляну. Ну, обязательно. А, Revelation у нас. Так, ладно, это все окей, сюжетное. Так, ну на прохождение у нас с вами BioShock. Хотелось бы все-таки наконец-то мне BioShock пройти, посмотреть. Но Heavy Rain. Ну, а все остальные игрушки, вот эти онлайновские, будем, как говорится, по мере возможности, как все друзья смогут, так и обязательно будем играть. В общем, такие дела. Все, давайте заранее спокойной ночи. Знаете сами, что происходит. В общем, аккуратнее, берегите себя. Спасибо Юрию, Сереге за игру, Орешку за донатик сегодня поддержал. В общем, всем спасибо, кто забежал. Ну и на лайки ютубчик, к сожалению, заблокировали. Полгода, как минимум. Ну, в общем, разблокируют, ничего страшного. Увидимся. Удачи. С вами был Андрей. Пока-пока.